Привет, твой глаз. Начать, как мне кажется, стоит с агрессии, которую я чувствую у вас. Агрессия – это следствие незащищенности, агрессия – это следствие уязвимости, вот, агрессия – это следствие некой болезненности. Того, что вы о себе думаете. И, соответственно, с одной стороны, людям вы позволяете, как вы говорите, на себе ездить, с одной стороны, вы не говорите людям «нет», но с другой стороны, я так полагаю, что терпите, потом, соответственно, взрываетесь. То есть, ну, происходит такой взрыв отторжения, можно сказать, еще. Вот, и, соответственно, боитесь, что это будет происходить снова. Отсюда агрессия. И некоторая неестественность того, что вы могли бы сделать для других людей. То есть вы то, что могли бы сделать для кого-то, вы не делаете. А то, что не можете делать, наоборот, делаете. Это не обвинение, то, что я сейчас говорю. Это скорее некая констатация факта. Либо некая гипотеза о том, что с вами происходит. Но начинать в любом случае нужно с агрессии. С тем, что же вы защищаете. Дальше. Умение говорить «нет». Ну, помимо уверенности в себе, о которой я сейчас скажу, здесь речь идет о том, что, с одной стороны, человек боится обидеть другого человека, то есть вот. Есть какая-то установка, что ли, негативная на то, что я могу кого-то обидеть, и человек боится действительно кого-то обижать. Ну вот, например, как в вашем случае, да, вы не можете говорить людям «нет», позволяйте им себе ездить. Если вы человеку скажете «нет», значит, вы его обидите. Вы думаете, что вы способны человека обидеть. Вот. Ну, здесь, с одной стороны, такой вот подавленный эгоизм, эгоцентризм, потому что вы ставите себя таким образом, как бы, более значимый. С другой стороны, ну, это несколько ложная установка, ложное представление о том, что один человек может обидеть другого. Люди обижаются сами и обижаются по той же причине, по которой, например, вы чувствуете агрессию. Дальше. Уверенность в себе. Ну, вообще говоря, уверенность в себе
Нельзя, как мне кажется, нельзя путать с самоуверенностью, да, есть некие границы этого. То есть, если человек самоуверен, он, скорее всего, себе навредит. Если человек в себе уверен, то он будет, в общем-то, ну, делать себе какие-то вещи на пользу. Проблема здесь в том, что вот уверенность в себе, как, вероятно, вы ее представляете себе, скорее всего, представляет из себя именно самоуверенность, а не уверенность как таковую. Потому что, ну, есть у меня такое подозрение. Потому что полной уверенности в себе, наверное, не бывает. Человеку всегда свойственно сомневаться в себе, и это, по большому счету, ну, по большому счету, это нормально. Вот, абсолютно нормально, что человек в себе сомневается. Вот. А, то есть, ну, для человека это вполне естественная история. Естественно для человека в себе сомневаться. Вот. Значит, другой вопрос. Другой вопрос заключается, наверное, в том, как человеком, ну то есть вот в данном случае вами, да, воспринимаются сомнения в себе. То есть, как они видятся человеку? Там. А как вам видятся ваши сомнения? Для кого-то они видятся, ну, угрозы. Для кого-то они видят вполне естественным таким, ну, естественной такой позицией, естественным таким состоянием. Вот. И важно понимать, наверное, что сомнения необходимы для того, чтобы напоминать себе о том, кто я, какой я, куда я иду. Чего я хочу и прочее. То есть здесь мы говорим о том, что уверенность в себе достигается через понимание того, кто я и куда двигаюсь. Вот. А также о том, что полной уверенности себе не бывало. Уверенность в себе имеет такие пределы. Вот. Дальше. Любовь к себе. А любовь к себе — это
безусловно, принятие себя. В некоторой степени отказ от оценочных суждений, от оценочных представлений. Вот. То есть, если вы, например, своих мыслях, да, своих идеях, своих суждениях используете оценки такие как, например, хорошо, плохо, правильно, неправильно, верно, неверно, то, ну, в таком случае вы, наверное, я использовать не совсем, значит, позицию люблю себя. Вот. Не совсем позиция такая. Ну и, соответственно, учиться мыслить по-другому, да, тоже можно и нужно. Но для этого, опять же, нужна терапия. То есть именно вот психотерапия. Если вас это интересует, да, то выбирайте психолога на нашем сайте и начинайте работать. Я полагаю, что результат себя ждать не заставит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго.